Для звезды тускнеть настолько сильно и так долго очень необычно. Это сразу бросилось нам в глаза, говорит Ли Смит, астроном из Кембриджского университета. Пару лет назад Смит заметил странное затмение, когда просматривал данные из Vista Variables в обзоре Via Lactea. Этот проект, получивший свое название от латинского слова «Млечный путь», осуществляет мониторинг южного неба на предмет наличия переменных звезд в диске галактики. И вот длительное ожидание астрономов было вознаграждено. Хотя, с другой стороны, после увиденного возникло больше вопросов, чем ответов. Сама звезда получила особое обозначение, сокращенно WIT. Данное название используют для классификации объектов со странным поведением или характеристиками. Звезда стала известна как VVV-WIT-08, а возраст этого гиганта, как выяснилось, составляет 8 миллиардов лет, что примерно в 100 раз больше, чем возраст нашего Солнца. Так почему же астрономы заинтересовались этим небесным телом? Дело в том, что в течение первой половины 2012 года звезда почти полностью исчезла, потеряв 97% своей яркости. Она была перекрыта другим непрозрачным объектом, который равномерно перекрывал видимый и инфракрасный спектры на протяжении всего затмения. «Это очень трудно понять», — говорит Джейсон Райт из Университета штата Пенсильвания. «Это что-то большее, чем просто другая звезда, которая затмила другую». Исследователи говорят, что какой бы объект ни затмил далекое небесное тело, он огромен и намного больше самой звезды. Он также казался полностью непрозрачным и практически блокировал весь исходящий свет, а это, по мнению ученых, значит, что он состоял из твердого вещества. «Степень падения яркости действительно впечатляет», — говорит Эмили Левеск из Вашингтонского университета, которая изучает массивные звезды. Данные об этом событии были описаны в ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества. Как говорилось ранее, одна из возможных теорий заключается в том, что виновником является вращающаяся на орбите черная дыра, окруженная плотным кольцом разных обломков неизвестного происхождения. Но еще одна безумная теория состоит в том, что ее свет блокировался орбитальной инопланетной мегаструктурой, которая пролетала мимо. И хотя может возникнуть соблазн задаться вопросом, как она могла там появиться, Райт говорит, что данная гипотеза еще не созрела для серьезного рассмотрения.